победой. Сегодня твой вклад в победу команды был действительно большим, оценен по достоинству. Как ты прокомментируешь этот матч? Спасибо большое. Поздравления. Хочу сказать большое спасибо, во-первых, команде. Здорово сыграли первый период. Во втором выстояли. И в третьем забили последнюю четвертую шайбу. И я думаю, было все ясно уже. Так, ну, игра получилась обоюдно острая. Ну, опять же сказал, в первом периоде мы немножко агрессивнее сыграли. Ну и во втором, в третьем периоде здорово сыграли в обороне. Матч до победы. Вообще по счету матчи в Краснодаре и в Каменогорске получились разными, а по игре они настолько похожи? Да, игры были одинаково похожи, в принципе, по игре. Здесь просто нам получилось дома выстоять во втором периоде, ну и в третьем забить нужную четвертую шайбу. А в Краснодаре нам немножко, не знаю, расслабились или что там случилось, непонятно. Пропустили два гола, дали почувствовать Кубани. И ребята у них мастеровитые, довольно забили третью, четвертую, в принципе, уже там. Они уже матч довели до победы, нам очень пришлось там во втором, третьем периоде. Все, не будем. Спасибо большое. Первое, считаю, что мы проиграли, как бы, и в движении, это реально проиграли. А второй, третий, как бы, да, я думаю, что вернулись в игру, движение добавили, создали моменты. Ну, реализация как бы, то штангу, сами видели, то шлем вратаря, как бы. Ну, соперник, как бы, в моменты, которые были, вовремя реализовалось. Вкратце все. Ну, я благодарен ребятам. Сегодня была команда, которая была объединена единой задачей, единой целью. Кто-то отработал в меньшинстве в тяжелые моменты, кто-то сработал в большинстве, даже те моменты, которые мы не использовали стопроцентно, там выход один на один, замыкание штанги, ну, могло бы быть немножко больше, там, действительно, моменты. Но, тем не менее, еще раз говорю, команда играла, играла с сильным соперником. Так получается, что мы недавно были там в гостях, игра была тоже упорная. Они были там сильнее, мы сильнее здесь, считаю, что, в общем-то, все объективно. Все объективно, победа заслужена. Ребята сделали, выполнили установку тренерскую. Лавочка жила игрой. Надеюсь, что в последующем будет такой же настрой и такой же положительный эффект на площадке.